для этого мы здесь и собрались, чтобы обсудить конкретные проекты, их внедрение и даже больше, вот как сказал Евгений, скорее будет речь идти об экосистеме и взаимосвязи этих проектов. Вот, поэтому я передаю слово Сергею. Подобную презентацию, вот, демонстрацию мы недавно с Сергеем делали в Сингапуре, в Национальном технологическом университете, которая даже там, в Сингапуре, казалось бы, да, суперинновационный город, там все напичкано технологиями, но даже там эти вещи для них показались как бы новыми, инновационными. Мы договорились о дальнейшем партнерстве. Ну, я думаю, что Сергей об этом тоже